15 июля. Сегодня наш первый день отпуска, и мы находимся в Висле. Это такой городок на юге Польши. В этом году мы решили не ездить в Закопаны, не знаю почему, но вот решили сюда, в Вислу съездить. Сейчас мы находимся в самом центре Вислы. Ну, самый центр Вислы — это, как всегда, широкая аллея и всякие-всякие разные магазинчики. И много-много народа. Сегодня очень хороший день. Завтра тоже будет хороший день. Не знаю, как дальше будет. У нас, конечно, планы и подняться на... Как это называется? Баранья гора, там, где начинается Висла. И на Кубалонку, может быть, съездим. Ну, в общем, не знаю. Но сегодня вот просто самый первый день. Мы сейчас там остановились, в хорошем очень отельчике остановились. И вот последний раз мы были в Висле 8 лет назад. Продолжаем гулять. Тут такой парк. В парке вот такой фонтан стоит. И это памятник, как бы, ну, истоку Вислы. К истоку Вислы мы еще, я надеюсь, подойдем. Но вообще такой интересный город. Он весь на холмах. Зеленый. Очень оригинальный памятник. Рыбы, подсветка. Везде холмы, везде горы, везде зелень.